Девчули, мои привет-привет. Я сижу с большой ложкой, так как я позавчера сделала себе вкуснятину. Очень долго думала, что бы такое сделать себе на перекус или на второй завтрак, чтобы было вкусно и при этом не калорийно. И так я сидела и вспомнила, что есть такая штука, как желе. Я просто купила в Пятерочке желе, мандарин в желе. Я попробовала, да, конечно, очень сладкое. Там получается 50 калорий на 100 грамм. Ну, плюс там еще сахароза, наверное, была добавлена, естественно, сахар. Я для себя решила, что нет, лучше я сделаю сама. Но не из желатина, а из агар-агар. Почему? Потому что агар-агар, он получается желе такое прозрачное получается. Вот я себе купила такие чашечки в Dixie, кстати, по 40 рублей, если кому интересно. Вот, и сделала себе вот такую желейку. Я купила сок фрутоняня, не обычный сок, не для, ну, как сказать, не для взрослых, а детский сок, так как он менее сахарозный. Вот, купила пол-литра, пол-литра развела водой, поставила кипятить. Вскипел этот у меня, значит, морс, или как назвать правильно, водичка, это вскипело. Я туда добавила 10 грамм агар-агар. Черешню. Я купила себе черешню. Я ее отделила от косточек. И каждую чашечку, у меня 4 чашечки получилось. И каждую чашечку положила, значит, вот эту черешню. Я еще, кстати, не пробовала. Сейчас буду пробовать первый раз. Дуся мне насела чашку. Она сказала, что очень вкусно. Вот. И потом это все развела по чашечкам, остудила и поставила в холодильник. Вот сейчас я буду пробовать. Интересно просто, вкусно это или нет. Продолжать ли делать это или нет. Но мне еще тут должны дать рецептик мармелада. Мне тоже очень интересно. Ну что, давайте я попробую. Мне очень вкусно. Интересно, вкусно или нет. Эксперимент. Кстати, вкусно? Это правда вкусно? Кто-то мне еще посоветовал. А, Натусик, да, Натусик, привет. Она мне посоветовала, значит, не сок покупать, а ягоды растолочь. Допустим, там клубнику, смородину растолочь. Это все варить на огне. Потом давать агар-агар и оставить остудить. И потом в холодильнике это все замерзает. Кстати, очень интересная штука. А если я найду черную смородину, я обязательно, наверное, так сделаю. Будет, наверное, еще вкуснее. Правда вкусно. И холодненькое такое, знаете, вот летом это самое то, что было вкусно, не калорийно, приятно есть. И чтоб вместо мороженого, наверное. Потому что мороженое тоже калорийное, даже щербет. А ягоды? Конечно. У многих черешня сейчас очень дорогая. Я знаю, где-то у кого-то по 500 рублей. У нас пока 250, но думаю, что снижение скоро будет, и нужно будет вообще чуть не каждый день делать ее. Вкусно! Всем, девчонки, советую приготовить такую штучку. Я думаю, что вы не пожалеете. А может быть, кто-то уже готовит и наслаждается такими желешками. Все, всем пока-пока, счастливо. Я побежала в Леруа Мерлен. Боже. Ну, это, конечно, классные хлопоты, но я надеюсь, что в следующем году все закончится, эта эпопея. И мы уже переедем. И все будет круто. Самое главное, я всегда говорю, чтобы мой пазл сложился. Сложился. Мой пазл. Вот тут. Ну, тут-то он сложился. А чтоб сложился, у меня на квартире. Все. Пока-пока.
Обнимаю, целую.